Андрей Валерьевич, с победой, первый матч в межсезонье, оцените сегодняшнюю игру. Спасибо. Два разных тайма. Понятно, что и у нас вышел, так скажем, второй состав. Ну, это условно, и у «Динамо». Вот. Первый тайм был более такой целостный в плане того, что требований тех, которые мы предъявляли ребятам в протяжении первых двух недель нашей работы, это выполнялось. Да, было немного остроты впереди, но мы еще не в том состоянии, чтобы интенсивно прессинговать. Но я скажу, что даже при всем при этом первый тайм был достаточно интенсивным. Второй тайм уже более эмоциональный такой, много ошибок и с той, и с другой стороны. Но думаю, что наши ребята выглядели достойно, они и победили. Несмотря на статус товарищеского матча, в первом тайме было очень много нарушений как со стороны «Динамо», так и со стороны «Гомеля». На ваш взгляд, с чем это может быть связано? Желанием победить обеих команд. Вот. Понятно, что это все как бы игры контрольные, но я и ребятам сказал, что да, мы должны в первую очередь делать то, что мы нарабатываем, но результат никто не отменял. Я всегда буду говорить, что если на нас пришли люди, они пришли увидеть результат, они пришли увидеть победу. Потом попросил сыграть сконцентрированно, собрано. И мы не должны уступать в единоборствах даже в этих играх. Поэтому только от этого, наверное. И второй тайм команда вышла преимущественно с молодыми игроками, и практически они сделали всю игру и были преимуществом на протяжении всего второго тайма. Также, на ваш взгляд, чем это связано, или настраивали как-то по определенному, может быть? Да, я уже говорил, что и у нас состав, но я думаю, что в первую очередь это связано с тем, с уровнем сопротивления. Вот. Да, они в большей степени они делали тоже все правильно, но если уже оценивать так, скажем, с профессиональной точки зрения, брака было больше. То есть таких действий более эмоциональных, чем чего-то осмысленного, было больше. И с той, и с другой стороны. Ну, казалось, что наши ребята молодые, более мастеровитые, чем ребята из Брянска. Через несколько дней стартует предсезонный турнир «Таврический Могилев Кап». Как будете готовиться и какие уже есть, может быть, планы на это соревнование? Да. Также, ну, во-первых, еще будут приезжать люди, мы будем просматривать. Во-вторых, опять же, какие-то моменты нашей игры еще до совершенства, там, скажем так, очень далеко. Еще надо работать и работать. Вот. Этот турнир, он в большей степени для этого.